Вот тебе! Американская кинокомпания Walt Disney заявила о том, что приостанавливает поставки своей кинопродукции в Россию. Поводом для такого решения стала ситуация на Украине. Сотрудники компании уточнили, что Walt Disney стала первой компанией, которая решилась на такие меры. При этом указывается, что все следующие шаги и решения будут зависеть от того, как будет развиваться политическая ситуация. «Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России», сообщается в Twitter. В итоге на неопределенный срок фильмы не будут поставляться в российские кинотеатры. Это означает, что россияне не смогут увидеть продолжение кинохитов «Доктор Стрэндж», «Соник», «Фантастические твари», «Тайны Дамблдора». Отменен и запланированный на ближайшее время премьерный показ «Бэтмена». Кроме того, позднее позицию кинокомпании разделила Sony, которая также сообщила о том, что приостанавливает выход своих фильмов в российский прокат.